Яйца с токсинами добрались до Австрии. Яичный скандал получил продолжение. В Австрии обнаружили куриные яйца, зараженные инсектицид фипронилом. Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что фипронил был обнаружен в некоторых образцах импортных яиц из разных регионов Австрии. Это предварительные результаты анализа. Окончательные ожидаются в понедельник, 21 августа. Всем поставщикам сообщат результаты испытаний для отзыва партии яиц. Как известно, инсектицид фипронил добавляют в препараты для избавления от блох, вшей и клещей. Для лечения животных, которых употребляют в пищу люди, его использовать запрещено. Напомним, ранее зараженные пестицидами куриные яйца нашли в Германии, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Франции и других странах. По материалам сайта newsgro.com.